если вы видите на экране то, что происходит, то это Far Cry. И сегодня я хочу вам рассказать о том, почему именно эта игра полюбилась мне. Да, она, конечно, не высокотехнологичная в этом году, но в тот момент в ней было что-то классное. В общем, все, что сегодня я хочу показать, о том, что это была моя первая игра на компьютер, и она чем-то цепляла в тот момент. Мне было интересно в нее играть, и сегодня мы рассмотрим аспекты, за которые я в тот момент полюбил данную видеоигру. Вот. Так что присаживайтесь поудобнее, с вами Казаку Фэмили. Погнали! Первое, что мне понравилось в игре Far Cry, то что есть вертолеты, есть пулеметы, физика работает офигенно, умные персонажи на тот момент. Все было очень интересно, классно. Есть много классных факторов, решающих, за которые мне нравится данная игра. Но это еще, дорогие друзья, это еще не все, что я могу сказать о данной игре. Тут есть лодки, чтобы на них кататься. То есть тут есть средства передвижения. И это еще не все там, кроме лодки, если вы могли, в принципе, подумать для того года, дорогие друзья. И графика реально хороша. Естественно, важный фактор данной игры, это, конечно же, русская озвучка, которую я продемонстрирую. Пути назад нет. Джек, постарайся выбраться на верхнюю палубу. Там ты сможешь достать себе лодку. Как окажешься внутри, выясни, что стало с Вэл. Нам нужно узнать, куда ее отвели. Есть здесь, конечно, и дельтапланы, которые вам не могу показать. И джипы, которые мне нравятся. Игра очень наполнена разными интересными штуками. И даже была какая-то живая природа. Вот лодка, кстати. Вот, так что... Я даже не знаю вам, как объяснить. Много положительных моментов на тот момент. Но это тоже еще не все, что я могу перечислить. Вот как-то так. Так что, в принципе, какие итоги, друзья, я хочу подвести в плане данной игры. Она очень разнообразная. Враги очень умные. Озвучка и как они матюкаются и ругаются, очень потрясающая. И тут реально очень интересные... ролики, которые тоже я не могу показать, просто игра, в принципе, в некоторых моментах демонстрирует ролики. Но суть не в этом. Какие главные аспекты мне понравились? Это, конечно же, графика, средства передвижения всякие разные. Я не могу, конечно, продемонстрировать максималки, это потому что запись и компьютер у меня средний. Вот. Так что... Выделим. Это русская озвучка. Это матюки и юмор. Это потрясающие ролики. Умные враги. Прикольная физика. Интересный сюжет. Долгая игра на тот момент. Это была первая из игр, которая мне продемонстрировала потрясающее что-то... Воображение, которое мое бурлило, что я действительно спасаю мир, происходят какие-то разные интересные ситуации, и ты действительно не просто в этом участвуешь, ты просто получаешь от этого истинное удовольствие. И я считаю, что вот кто первый играет в игры, он должен ощутить действительно кайф от игры. А если ты от игры получаешь удовольствие, яркие эмоции, кайф, и здесь очень много классных составляющих. Тут великолепная музыка, которая играет в меню. Это интересная, завораживающая атмосфера. Даже вот рыбки плавают. На тот момент это было реально круто. Сейчас, конечно, все намного круче. Но физика тут работает на ура. Даже когда кидаешь гранаты, тут, в принципе, остаются ямы. Не во всех, конечно, моментах, но на тот момент это реально выглядело круто. Я надеюсь, примерно я мог показать некоторые аспекты за короткий ролик. Тут даже кабанчики есть. Тут тоже какая-то, в принципе, есть местная фауна. Вот.
Так что я надеюсь, если вы пропустили эту игру и не играли в нее, то я вам, в принципе, советую. В ней есть что-то цепляющее, даже если в нее сейчас поиграть и пройти, вы получите действительно удовольствие. Я надеюсь, я смог за это короткое время вам рассказать, что есть плюсы данной игры. Так что с вами был Казуку Фэмили, ребятушки. Я очень старался показать классные аспекты данной игры. Так что всем до встречи, всем удачи, всем до скорого, всем пока-пока!